Уже проведена большая работа по уточнению границ избирательных участков и составов избирательных комиссий. В предстоящих выборах будут задействованы 803 избирательных комиссий, включающие в себя в общей сложности более 5000 человек. Помним, с 26 февраля до 15 марта проходило выдвижение кандидатов в президенты РК. На данный момент выдвинуто 27 кандидатов, из них политическими партиями 2 человека, в порядке самовыдвижения 24. По результатам проведенной Центральной избирательной комиссии проверки на сегодняшний день отказано в регистрации 10 кандидатам. Причем 8 человек не смогли сдать лингвистический экзамен. Они не владеют свободно государственным языком. 3 претендента не явились на заседание лингвистической комиссии.